Всем здравствуйте, с вами Валентина Земскова, и в этом видео расскажу, как вырастить такой пышный куст пеларгонии. Смотрите, какой довольно-таки большой горшок и такая пышная пеларгония. Она сейчас отцвела уже, но набирает новые бутоны. А в видео я буду показывать, как она пышно цвела, насколько красивая она была летом. Это видео скорее будет для новичков, кто только начинает знакомиться с комнатными растениями, потому что опытные цветоводы знают, как вырастить такой пышный куст пеларгонии. Все подробно вы сейчас увидите видео, начиная от посадки черенков и заканчивая вот пышным цветением. Что я делала для этого, все вы сейчас узнаете. Так что предлагаю прямо сейчас продолжить смотреть это видео. Хочу сегодня посадить несколько черенков пеларгонии в один горшочек. Вот сразу вам показываю. Это один черенок в одном горшочке растет, и как он выглядит. И хочу поэтому посадить несколько, чтобы было наиболее пышнее. Вот показываю вблизи. Это вот один череночек. Это боковая веточка, с нее пошла расти вот это. И, ну, в общем, вот так как-то это выглядит. Вот здесь бутончики образуются на каждой веточке. Еще пока не зацвела, но вот они везде есть. И на этой тоже. Вот она. Вот есть бутончики. Вот. А сейчас буду брать горшочек другой. Вот такой горшок. Я мерила диаметр 18 сантиметров примерно получилось. Сажать буду вот такие череночки. Это у меня розовая геранька. Так как она длинная, я хочу сделать наравне с этими. И я отрежу верхушечку прямо сейчас, пусть подсыхает, пока я подготавливаю все остальное, и посажу еще череночек рядышком. Надеюсь, что он укоренится без проблем и будет там же расти. Если не укоренится, то не укоренится, ничего страшного. Такой череночек оставляю подсушиться. Да, сразу сделаю ему тут прищипочку. Так на одном уровне остается. Всем остальным тоже сделаю прищипочку для того, чтобы они начали ветвиться. Далее на дно горшка насыпаю керамзит для того, чтобы хороший был дренаж. Там маленькие дырочки, вода будет плохо стекать. Вот будет керамзит. И дальше, как обычно, потом земли сажаю и досыпаю. Череночек вставляю тоже рядом. Выравниваю каждый череночек, чтобы стоял прямо. Вот посадила, и теперь видно, что очень много неровностей после посадки. Здесь как бы череночки наравне, но вот если дальше прокрутить, то вот эти череночки очень, этот маленький, который только что срезала, этот
еще чуть побольше, но все равно он меньше, чем все остальные. Поэтому я все вот так подровняю до этой высоты. Все, оставила все примерно на одинаковой высоте. Смотрите, все срезанные череночки я погрузила в землю и получила здесь 9, то есть еще больше. Просыпаются уже молоденькие веточки на череночках. Все прижилось хорошо. И будет уже здесь хорошенечко разрастаться. Единственное, здесь еще пока веточек нет. Может, еще проснется что-нибудь. Вот. И здесь еще пока ничего нет. А на остальных все есть. Разрастается. Вот смотрите, как разрастаются веточки. И вот эти вот листики большие, которые оставались на черенке, можно уже, в принципе, удалить, потому что на их месте уже выросли новые листочки на этих черенках. Поэтому можно спокойно убрать. Тут мешается так сильно. Вот, все так лучше. И вот здесь тоже вот большие крупные листочки. Можно один из них уже убрать. Какой-нибудь, чтобы не мешать этой веточке. Тут. Вот здесь тоже вот эта веточка, которая пошла расти, ей даже легче будет расти, если я уберу вот этот лист. Так вот. На этом черенке ничего еще не выросло, поэтому пока листочки не буду удалять. Вот здесь тоже выросло уже что-то, но пока оставлю еще. Ну вот, по мере роста удаляю старые листочки. Пока что вот так это все выглядит. Ждем дальше, когда разрастется. Вот так разветвился череночек, и вот цветет. Тут уже отцветает уже. Ну вот, смотрите, как разрастается герань наша, которую мы посадили. И теперь давайте посмотрим поближе, что здесь нужно отрезать, что надо оставить, потому что это так красиво сейчас до поры до времени, а здесь много уже веточек, которые вытягиваются, потому что сейчас еще зима, а сегодня 11 февраля, поэтому вытянувшиеся веточки надо отрезать. Сейчас будем все рассматривать вместе. Прям наглядеться не могу. Смотрите, как пышненько. Красота такая, видите? Прямо здорово. Так, ну давайте ближе смотреть. Вот смотрите, да, вот такой череночек. Пошла расти веточка. Маленькая она еще. Так, идем дальше. Здесь тоже, видите, веточки малюсенькие с череночка. Видно, да, что... Сейчас, секунду. Вот он череночек. Вот он. И здесь вот малюсенькие веточки растут. Не все, видите, как равномерно развиваются, конечно. Так. Вот. Другой череночек. Вот он. Срез, видите, череночка. И вот они, веточки. Это вон какая ветка. А это вот поменьше. Вот, так что надо как-то уравнять это все. Веточки высокие подрежем. Вот. Тут тоже вот такая вот веточка. И
И здесь вон какие веточки длинненькие. В общем, сейчас постараемся как-то это все уравнять. Но вот такой красоты уже не будет. Но все-таки эта красота вытянется потом и будет некрасивая. Поэтому все-таки отрежем. Сейчас будет немножко она такая неказистая. Так, ну что ж, близко показывать не буду, чтобы картинка не пропадала. Вот мы видим, что здесь вот на этом уровне череночек, это просто листик вверх пошел. Вот, и вот по сравнению с этим маленьким череночком, вот этот вот, ого-го, как вырос, да, мы видим. Так, и здесь мы возьмем и отрежем самую верхнюю, ну вот так, чтобы все остальные были примерно на одном уровне. Вот так. Вот такого размера череночек у меня получается. И здесь вот тоже вот рядом сразу видим, стараемся на одном уровне это делать. А там как получится, здесь прищепочка получается. Тоже можно сразу убрать эти листочки для того, чтобы веточки просыпались. Так, внутрь веточки еще пока не мешают, которые растут. Здесь сделаю, наверное, прищипочку, чтобы не пошли быстро расти, пока те просыпаются, веточки. Здесь сильно занижать не хочу. Вот как получится, у меня тоже листочки отрываю. Но постараюсь сильно не занижать это все дело. Так, этот как-то наклонился. Ну, тут... Так, это листочки вверх торчат, на самом деле это вот такая маленькая веточка. Все, отрезала все лишнее. Вот эти, которые малепусенькие, я их не прищипываю. Вот эти малепусенькие я не прищипываю. Видите, им расти как бы еще надо, куда их прищипывать. Хотя, в принципе, при желании можно прищипнуть, но не буду. Вот что остается. В принципе, вид сильно не поменялся. Все даже еще благополучно смотрится. И будем следить дальше за развитием. Будем смотреть, как дальше будет развиваться, а потом и зацветет. Все, следим. Так, ну что ж, продолжаю показывать пеларгонию, как она выглядит здесь у нас. Все так же много стволиков, они разветвились, и немножечко я сделаю обрезочку. Сначала я пересажу уже, я думаю, пора пересадить. Взяла 5-литровый горшочек, вот так остается расстояние между горшочком новым и старым. И сразу насыплю на дно керамзит, землю, и буду еще удобрения добавлять. И после этого я хочу отнести на улицу эту пеларгонию. Если у вас нет такой возможности, можно на балкон куда-нибудь отнести, где больше солнца. Ну, а если уж такого места нет, то уж что поделать. Так, дренажное отверстие здесь есть. И насыпаю керамзит. Вот так. Теперь землю. Извлекаю. Вот сколько корней мы видим. Керамзит осыпается легко. Беру. Все
Все, теперь помещаю в новый горшочек. Все удачно подходит по размеру. Теперь я забыла удобрение. Сейчас добавлю сначала 3 ложечки, потом уже остальные 2. Досыпаю теперь по краям землей. Досыпаю еще 2 ложечки удобрения. Так, делаю теперь небольшую обрезочку. Я уже частично тут кое-что отрезала. Веточки все-таки немножко вытянулись. И вот немного тут обрежу. Примерно все на одном уровне должны быть. Ну вот и все. Вот это то, что торчит, это торчат листики. И на воздухе пеларгония будет очень хорошо ветвиться. У меня стоит пеларгония из череночка, я ее выращиваю. И она там вообще отлично ветвится без всяких прищипок и обрезок. Вот смотрите, на улице стоит у меня пеларгония из череночка. И вот здесь без обрезок всяких, без прищипок она ветвится. На улице всегда лучше растут растения, чем дома. Так, просто взяла и разветвилась на 2 штучки. Еще вон третья растет веточка. Вот здесь, кстати, уже намечалось цветение, видите, бутончик. Ну ничего, подождем еще немножко и зацветет уже на улице. Все, отношу на улицу. Кстати, вот эти череночки мне очень захотелось в этот же горшочек поместить. Сейчас они немножко подсушатся и я, наверное, их сюда же и посажу. Вот так, пусть будут тут расти. Все, отнесла сюда на улицу, теперь здесь будет стоять. И вот другая пеларгончика, которая с черенка, и вот она ветвится сама хорошо. Так, ну мы ждем цветения. Вот так разросся у меня один череночек пеларгонии, очень много листьев. И, естественно, она сама тут разветвилась. Веточки 3 тут есть, и вот цветет постоянно. Так, ну что ж, вот так разрастается на улице пеларгонечка. Вот ее первое цветение с этими черенками. Тут очень много сухих, вот где птичка побывала, вот где побывали ее эти штучки, она там начинает желтеть. Тут просто воробушки любят сидеть наверху, и достается здесь пеларгонии. Ну, я надеюсь, туда что-то попадает для удобрения. Вот, а так вот, смотрите, пышненько цветочки, но это пока первые. Я надеюсь, дальше наберет оборотики и будет их больше. Пока вот, смотрите, бутоны, бутончики. Вот так-то. Так что следим еще, смотрим за развитием. Большинство цветочков. Вот такой вот кустик получается. Очень красиво, как вы видите. Прекрасно на улице вообще все это, конечно, растет, в отличие от дома. Так что вот какой мы шикарный горшочек сделали с цветочками. На лето очень здорово на балконе, если там нет такого сильного тенечка, очень здорово получается.
Вот, смотрите, это один черенок, который разросся. Вот так, столько цветов. Очень красиво смотрится, несмотря на то, что это всего лишь был когда-то один черенок. Смотрите, как разрослась пеларгония. Очень много цветов. Здесь уже, конечно, есть подсохшие, которые надо удалять. Сегодня 28 сентября, уже осень в самом разгаре, можно сказать. И она стоит еще у меня на улице. До этого времени вообще было тепло. Сейчас вот утро, прохладненько. Вон бананчик там еще на заднем фоне. Еще не пропал даже, стоит. Вот такие дела. Эти, конечно, сухие листочки надо удалять. Все вот это вот сухое удалять. Я просто оставила показать вам, насколько может быть много цветов, когда много череночков. Даже у одного череночка, вот, это здесь один череночек, и так разросся. То есть он разветвился сам на улице, легко разросся. И когда их вообще очень много в горшке, то это супер просто. Вот, хочу показать, как сейчас выглядит пеларгония. Уже сегодня 21 октября. Еще на улице стоит. Еще у нас днем бывает 13 градусов тепла. И вот здесь есть засохшие цветочки. Там уже образуются семена. Тут же насекомые летают, опыляют. Я не убрала вовремя цветы, которые уже отцвели. И поэтому на них уже успели образоваться семена. Вот, в общем, показываю еще вот так сверху, чтобы видно было. Здесь, видимо, ближе к солнышку было, поэтому здесь больше сейчас цветочков. Ну что ж, надеюсь, вы досмотрели это видео до конца, и я хотела бы сказать еще пару слов о пеларгонии. Так как стояла она на улице, стояла она под навесом, птички оставляли следы, я хочу сейчас еще промыть эти листочки под водой, аккуратненько, чтобы смыть пыль, которая садилась на улице, чтобы смыть остатки, которые оставляли птички на листочках. И я надеюсь, что она станет чистенькая снова. Надеюсь, что мне удастся сейчас это все смыть аккуратненько. Я вам покажу все это, в кадры буду вставлять. Вот что я имею в виду. Вот такие грязные листочки, пыльные и белые. Сами понимаете, от чего белые. Вот сейчас будем вымывать эти листочки. Стоит уже в душе. Конечно же, я все сухие листочки убрала. Цветочки, которые отцвели, убрала. Так что земли там все убрала. Так что все там чистенько. Остается только это все помыть. Сейчас я еще все вот так руками буду отмывать. Так, ну все, помыла я пеларгонечку. Сразу ее принесла сюда на балкон. Здесь на балконе сейчас тепло. Сегодня тепло, солнышко вышло, значит тепло. Вот такие листочки. Надеюсь, высохнут. Такими же чистыми останутся. Все я вымыла, отмыла вроде бы хорошо все. Так что чистенькая. Так, и теперь надо посмотреть на удобрения. Как давно я удобрения добавляла. Вот такая этикеточка у меня здесь есть. Осмокод Блюм 2-3 месяца добавляла 5 чайных ложечек 8 июня. Июня на 2-3 месяца. Прошло уже 5 месяцев, поэтому надо срочно добавить еще удобрение. Также добавлю осмокод Блюм и такой же объем 5 чайных ложечек. Вот у меня уже сколько осталось этого удобрения. Хорошо так расходуется оно у меня. И ложечку чайную надо взять. Сейчас будем добавлять. Вот как раз она еще собирается цвести, и ей эти витаминчики как раз сейчас будут кстати. Первая ложечка пошла. Так, добавляем. Так, отклеиваю старую этикеточку и сейчас наклеим новую этикеточку. Тут я вроде бы вытерла. Так, достаточно сухо. Наклеиваю сюда на сухое место, чтобы не промокла бумажечка. Вот так. Все. Теперь уже при поливе вот эти гранулы, которые там я насыпала, будут растворяться. Витаминчики будут туда корням попадать. Конечно, желательно поставить на солнечное место, чтобы меньше вытягивалась пеларгония сейчас зимой. Но весной можно будет сделать потом обрезочку.
Поставила пеларгонечку на подоконник, чтобы солнечные лучи попадали на нее, и она меньше вытягивалась. Еще забыла сказать, что она у меня стояла на карантине вдали от остальных комнатных растений, и только вот, не помню, спустя неделю, наверное, или две, я ее вот сюда перенесла. Теперь она здесь будет у меня стоять со всеми остальными комнатными растениями, потому что мало ли чего она там могла на улице подхватить, поэтому она была на карантине. Вот так. Ну что ж, пожалуй, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо всем за внимание. Всего доброго.